Но уже через несколько недель он приступил к съемкам нового фильма «Правдивая ложь» вместе с Джейми Ли Кёртис. Каждый, кто снимался в этом фильме, работал очень много. Арнольд получил бессмертие от Голливуда. Он оставил отпечатки своих ладоней на бульваре. Через день состоялась премьера «Правдивой лжи». Мария работала и была хорошей мамой. Арнольд начал сниматься в фильме «Последний герой». Он играл полицейского под прикрытием, который сходит с экрана и вовлекает в приключения кого-то из зрительного зала. 4 июля «Терминатор 2» вышел на экраны. Фильм собрал 500 миллионов долларов по всему миру. В возрасте 44 лет Арнольд стал самой большой звездой в мире. Арнольд вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном и актрисой Линдой Гамильтон начал снимать «Терминатор 2. Судный день». За первый фильм он получил 750 тысяч долларов, за второй он собирался получить 15 миллионов. Были и другие перемены. Мне было интересно сыграть неоднозначный характер, а сделать его более сложным, добавить другие черты, сыграть Терминатора с сердцем. Национальная коалиция против насилия на телевидении не была в восторге даже от более мягкого высказывать. Это отличный фильм о мире.